Дорогие друзья, на связи президент Академии «Успех вместе», долларовый миллионер Андрей Шаура. Сегодня мне выпала честь рассказать о самом уникальном бизнес-плане в истории. Многие люди не догадываются, что сегодня существует совершенно новая компания мирового уровня, которая платит сеть до 80%. Это компания Best Baby. И сейчас мы планируем запуск для англоязычного рынка 02.02.2020 года. Но сейчас идет предстарт. И любой человек, кто понимает русский язык, вы будете первыми на этом рынке. Потому что я в очень хороших отношениях с нашим руководством. Это Джордж Хау, разработчик продуктов. Каури Томпсон, президент компании, который носит нашу майку «Успех вместе». Дан Путман, миллиардер, владелец компании. И мы договорились, что сначала регистрируются на предстарте люди, которые понимают русский язык, а потом уже настоящие японцы, американцы, китайцы, мексиканцы и так далее. По поводу бизнес-плана. Все очень просто. Многие люди говорят, вот, пойдем к нам в компанию, нас платят больше всех денег. Вы знаете, это чисто слова. Вообще, любой бизнес-план – это высшая математика, а математика – это высшая наука. Любой бизнес-план можно разобрать с точки зрения цифр. Почему я говорю уверенно про наш бизнес, что это самый лучший бизнес? Потому что он платит новичкам в 15 раз больше, чем другой компании. Лидеры зарабатывают в среднем в 5 раз больше. Бонус жизни получить проще в 30 раз. И давайте с вами разберем наш бизнес-план. Но прежде чем разберем, хочу показать, какие доходы есть в кошельке. Нажимаю кошелек. Захожу в Wallet, смотрите, не рисуем, как рисуют другие в фотошопе чеки, онлайн показывают. И вы видите, что здесь лежит 102 тысячи долларов. Это доход меньше, чем за месяц. За последний месяц мой доход с акциями составил в данном случае всего, если мы посчитаем, 200 тысяч долларов, 15 миллионов рублей. Я могу зайти на один из своих банков и показать вывод денег. И вы здесь увидите, что у меня на банковском счете лежит, набираем с вами секретный пароль и попадаем в банк. И мы видим, что на счете лежит в данном случае, вот видите, Андрей Артурович Шаура, и вы видите в данном случае, что лежит 200 тысяч долларов. То есть наш бизнес-план действительно самый щедрый, и мы это подкрепляем своими доходами. За последнее время, с 1 ноября по 24 ноября, мы, получается, 5 стран мира посетим, и за последний год, и за 11 месяцев 11 стран. В некоторых были 3-5-2 раза. Бали, Мальдивы, Дубай, Вьетнам, Таиланд и так далее, и так далее. То есть наша команда путешествует по разным странам мира. То есть мы не говорим о деньгах. У нас есть машины, квартиры, дома. Мы собираем полные залы в разных городах мира. То есть если вы увидите в данный момент, что у нас происходит, вы увидите, сколько человек у нас находится в залах. И сейчас в прямом эфире находится более 1000 участников с разных стран мира. Напишите, кто с какой страны, кто с какого города. Это говорит о том, что наш бизнес глобальный, что наши люди зарабатывают. И мы видим, здесь находится Россия, Казахстан, Турция, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Беларусь, Германия, Италия, Франция, Испания, Америка, Дубай, Южная Корея, Монголия, Украина. Видите, да? Грузия, Узбекистан, Таджикистан и множество других стран мира. Польша, Израиль, Чехия, Греция. Как вам? Супер! И сегодня мы проводим тренинг в городе Бишкек, и тут полный зал, видите? То есть все, что я говорю, является истиной. Залы переполнены, люди получают результаты по нашим доходам. Ну и вот теперь поговорим про самый жирный бизнес-план в истории. Во-первых, сразу хочу сказать,
что этот бизнес-план относится к компании BestBail. То есть с 2020 года мы официально переходим на новый сайт, он будет вот такой, и компания BEPIC, это старая платформа, станет BestBail. И, естественно, бизнес-план совершенно другой, другого уровня, и сейчас мы уже вот на предстарте с этим бизнес-планом зарабатываем деньги. Итак, поехали. У нас существует 5 продуктов клеточного питания, полный эксклюзив, японские технологии, швейцарские технологии, германские технологии, американские технологии. Мы единственная, наверное, компания в мире, которая имеет сразу сертификат Америки, Швейцарии, Германии. У нас производство в Америке. Сырье мы берем, естественно, с разных стран мира. И сегодня мы имеем 5 продуктов клеточного питания. Elevate – завтрак или обед с утра. Accelerate – легкий ужин на ночь. Grid Kids – посередине восьмерка. 2 саше для взрослого человека, 1 саше для ребенка. Rejuvenate – питание для любых участков кожи. И Hydrate – это целебная живая вода. Как раз у нас собственное производство по добыче сырья в Японии. Мы это сырье привозим в лабораторию в Америку и дорабатываем. Компания у нас создана в Америке, штат Юта. Если вы посмотрите рейтинг компаний в мире, то в 1994 году из 15 компаний, вот здесь на графике, 13 американских. Если вы посмотрите в 2019 году из 15 компаний, 12 американских, 1 корейская, 2 китайских. Итак, только с американской компанией, если вы хотите быть долларовым миллионером, нужно сотрудничать. И тогда у вас есть шанс, по статистике, каждый 5-й американец заработал деньги в интернете, в сетевой компании, потому что это глобально. Идем с вами дальше. И мы видим, что эти все 5 продуктов заменяют более 500 полезных продуктов питания, БАДов, лекарств, витамин, разных диет, ботоксов, в будущем пластических операций, заменяют более 30 косметических средств. То есть эти 5 продуктов уникальны тем, что они заменяют дома аптечку, холодильник. Понимаете? И мы закрываем бутики, аптеки и магазины и пользуемся качественным продуктом. Если говорить простыми словами, продукт 100% работает. Клинические исследования подтверждают, что как только ты пользуешься, к примеру, Rejuvenate, то плюс 93% эластичность, толщина плюс 9,9, увлажнение плюс 49, гладкость кожи плюс 61. То есть мы с вами видим, что клинические исследования и швейцарский институт, которому более 100 лет, обманывать что? Не будет. То есть вы видите, вот здесь у нас сертификат есть, и вот эта корпорация основана в 1878 году. То есть это говорит о стабильности и надежности. Наши продукты все сделаны из натуральных компонентов, овощи, фрукты, грибы, травы. Даже Rejuvenate сделан из натуральных компонентов, но только если Elevate, Accelerate, Grid Kids, Hydrate, это натуральные продукты вообще полностью, 100%, потому что выжимка овощей, фруктов, грибов, трав. То Rejuvenate создан из натуральных компонентов. Но представьте, молоко с Америки же не довезешь в Россию. Поэтому туда добавляют специальные компоненты для сохранности и свойств вот этих технологий. И что мы с вами видим? Мы видим, что продукт реально работает. Мы видим, что не надо о продуктах говорить. Ими надо пользоваться. Николай был, не было ушей. Николай что? Стал. Мы видим, что люди молодеют. Здесь 43-й год. Без косметики, здесь с косметикой. Профилактика более 700 заболеваний. Этой девчонке 45 лет. Проблемные участки. То есть профилактика более 700 заболеваний. Улучшается работа более 170 функций организма. Без пластической операции, без уколов, без лекарств. И это очень круто. Мы видим, что убегает псориаз, витилиго, экзема. Люди становятся моложе, красивее. И
что происходит с венами, с ногами, подтяжка, пластика. Вот это невероятно, да, когда через два дня экзема начинает генерировать. Вот это я в 2016 году, 16 сентября. Вот видите, какой был. Здесь вы видите результаты людей. Вот вы видите, что происходит с людьми. То есть продукты 100% работают, 100% приносят пользу, и нужно ими просто пользоваться, а не говорить о них. Мы здесь все помолодели. На этом фото женщина в синем, ей 66 год. Вот это вот с красненькими туфельками, через пару лет ей 7-й десяток. Вот это в черненьком, белая блузка, 43-й год. Вот это вот в черном девчонка, через год 5-й десяток. Мне через полтора года 5-й десяток. Иван и Николай 35-36. То есть эти продукты реально нас омолаживают. Вот это та девчонка, которая со мной стояла. Классно? Вот она была вот такой. Все, вопрос по продуктам закрыли. Наши продукты натуральные, сертификаты Швейцарии, Америки, Германии. Это был я. Вот. И вот я в данном случае стал. И вы видите, насколько моложе. Теперь по бизнес-плану. То есть любая компания продвигает продукты. Но наши продукты самые лучшие. Но мы получаем самые большие доходы в истории по бизнес-плану. У нас получается до 80% денег платится в сеть, потому что нет охранников, грузчиков, товароведов. У нас магазин, интернет-магазин, который платит нам деньги вот сюда за осознанный товарооборот. Мы ничего не продаем. Мы создаем сеть потребителей по всему миру. И вот давайте поговорим за что. За товарооборот, созданный нашими потребителями в магазине. Мы делаем заметку, например, в Инстаграме, вот здесь, что наш продукт работает. Люди смотрят, становятся клиентом либо партнером, делают покупку в магазине, им доставка домой, и вы получаете проценты. Поехали. Первый вид дохода. Это, смотрите, 50% от баллов от первой покупки. То есть, если вы пригласите одного или двух человек или больше, за каждого человека вы сразу же получите $35 за первую покупку. Итак, первый вид дохода – это $35 за приглашение за любого человека. Позвали двух, получили два раза по 35. Позвали 100, получили 100 раз по 35. Это не основной доход, это разовый. Платится один раз за первую покупку. Первая покупка дает 14 баллов. Сразу же в сеть идет 14 CV слева, 14 CV справа. Повторная покупка дает 70 CV, но не дает бонус за приглашение. Баллы дают что? Ранги и карьеру. Теперь смотрите, эти двое начнут приглашать также по двое. Те двое начнут приглашать еще что? По двое. И у вас будет строиться потребительская организация. И здесь будет работать второй вид дохода, который называется бинар. Бинар – это когда у тебя есть две очереди. Две очереди – левая и правая. Плюс бинара в том, что в нашей компании, первое, если вы делаете любую покупку каждый месяц, бинар сохраняется, все баллы сохраняются и переносятся. То есть наш бинар не сгораемый, если хотя бы вы делаете одну покупку каждый месяц. Во многих компаниях бинар каждый месяц сгорает, даже если вы покупку делаете. Там платят за наименьшую ногу, у нас тоже за наименьшую. Но большая нога никогда не сгорает, накапливается, если у вас есть одна покупка. Вы можете заказывать любой пакет. У нас есть три пакета. $25, $50 и $90. Но любой пакет дает сохранность баллов и накопления.
Но за $90 дает самую выгодную цену продукта, и за $90 вы участвуете в самом элитном бонусе в истории, бонус 2.2, 3.3, 4.4, 5.5. То есть ни одна компания не выплачивает этот бонус в мире. 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, только мы платим. Мы этим гордимся. Это самые большие деньги в истории. То есть, если ты берешь продукт на $90, да, и в данном случае на семью, это дорого или нет? Вот ты берешь на семью, на маму, на сына, на дочь, заменяешь еду, лекарства, БАДы, витамины. Нет, конечно. И ты взял продукт на 90 и пригласил двоих человек. И эти двое также взяли по 90. Ты получишь $100. То есть ты позвал двоих, те по двое, и ты получишь $100. Ни одна компания столько не платит, мы платим. Ты позвал троих, они по трое, все взяли по $90, ты получишь $300. Ты позвал четверых, они по четверо, ты получишь $500. Ты позвал пятерых, они по пятеро, ты получишь $700. Внимание, получаешь деньги каждый месяц за повторные покупки в том числе. Если все эти люди заново купят, ты опять получишь бонус. Это уже не разовый бонус, это постоянно. Если ты создашь в магазине сеть из 30 человек, то есть позвал 5, и они по 5, то ты каждый месяц будешь получать по $700, потому что каждый месяц они делают что? Заказ продукта. Никто не платит столько денег, как мы. У тебя в магазине всего 30 человек. Всего 30. У тебя товарооборот $2700. Ты за первый месяц получишь за пятерых приглашение $175. За каждого по 35, это по 5. И ты получишь $700 бонус жизни. Твой доход составит $875. Это 50 тысяч рублей. Есть другие компании. То есть 30 человек, представляете? За товарооборот 2700 ты получаешь $875 только по двум видам бонуса. Также еще и другие бонусы сработают, там небольшие деньги будут начислены. В других компаниях есть карьерная лестница. 3%, 6%, 9%, да, там 12% и так далее. Если в другой компании товарооборот $2700, это 12%. Это примерно 16 тысяч рублей на всю структуру. То есть у нас получит человек 50 тысяч рублей, $875, один за 30 человек за магазин, а другие будут получать свои бонусы. А в другой компании за товарооборот $2700, это 12%, это примерно 16 тысяч рублей на всех. Дальше. Есть такое понятие, как серебро, золото, платина в других компаниях. Это 21%. Это в магазине от 500 до 2000 человек, которые покупают зубную пасту, порошок, парфюм, БАДы. И это товарооборот $25000. Это товарооборот в данном случае 1,5 миллиона рублей. Делает человек это за 1-5 лет. То есть человек трудится в этой компании от 1 до 5 лет. Выполняет ранг серебро, золото, платина. Это 21%. И получает 50 тысяч рублей от товарооборота 1,5 миллиона рублей. А у нас от товарооборота 170 тысяч человек получает в первый же месяц 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей в первый же месяц. А за первый месяц 30 человек в магазине легче сделать, чем 500-2000 в другой компании за 1-5 лет. Правильно? Наш бизнес-план самый лучший. Я вас с этим поздравляю! Поэтому вы видите, какое у нас будущее. У нас есть бонус 2.2, 3.3, 4.4, 5.5. Поэтому тебе уже продукт с первого месяца достается бесплатно. Ты позвал двоих, они по двое. Ты взял продукт на $90 и тебе $100 подарили.
Плюс за двоих ты получил по $35 первый месяц за приглашение. Итак, мы сейчас с вами разобрали уже два дохода. Бонус за приглашение, один раз, который платится за первую покупку. И бонус 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. То есть 5 бонусов разобрали. Теперь по бинару. Ваши люди начинают вот так строить сеть. И это выглядит в графике вот так. Ни в одной компании столько вам не выплатят. Вы позвали двоих за первый месяц, например, ноябрь. Эти люди двое позвали по двое в декабре. У вас стало сколько человек в декабре, которых они пригласили? Четверо. Эти четверо в январе позвали по двое, там стало 8. Эти 8 позвали в феврале, по двое стало 16. Да? Эти в марте 16 позвали по 2, стало 32. То есть даже если просто вот так по 2 увеличиваться, то через год вы зарабатываете со всеми видами доходов $83,000 в месяц. Это 5 миллионов рублей. Если так делать по трое, три человека позвали в первый месяц, во второй они позвали по трое, это они позвали еще 9. Те 9 позвали в третий месяц, стало 27. Те позвали в четвертый, 27 на 3, это 81. И в конце года у вас будет несколько сот тысяч человек. Доход будет за неделю $100,000, это $500,000 в месяц. Это 30 миллионов рублей. Ни одна компания в мире не платит столько денег, мы платим. Вы уже через год можете получать такие деньги. Теперь вы понимаете, что компании лучше нет. Бизнес-плана лучше нет, продукта лучше нет. И по бинару. Мы единственная компания в мире, которая бинар, что выплачивает стабильно, надежно. И если у тебя даже нет ранга, ты получаешь, давайте вот так. Вот бинар. Ты позвал людей лево-право, и у тебя есть таблица. И у тебя вот здесь, например, баллы. 1000 лево, 1000 право. Ну, то есть у тебя две очереди в магазин, левая, правая. За первую покупку тебе дают 14 баллов, а когда они повторно делают, дают 70, 70, 70, 70. Чтоб стать бриллиантом, да, сейчас вы узнаете, сколько надо. Серебро, 1000 баллов слева, 1000 баллов справа. Дальше пошли. 2500 это золото. 5000 это платина. 7500 это бриллиант. 7500 это бриллиант. Чтобы стать бриллиантом, за неделю достаточно, чтобы у вас было слева, 7500 делите на сколько? На 70, смотрите, 7500 делим на 70, вам достаточно 110 человек слева за неделю, кто купит, и 110 человек справа. Хотите, расскажу прикол? Бриллиант в компании, где есть такое понятие 21%, это 6 структур под ним по 21. Каждая структура от 500 до 2000 человек. То есть, чтобы стать бриллиантом в другой компании, где есть таблица карьерная 21%, необходимо иметь 6 организаций от 500 до 2000 человек. Берем среднее 1000, 6 структур умножаем на 1000. В другой компании у вас должно быть 6000 человек, чтобы стать бриллиантом. У нас за неделю 110 слева, 110 справа. Круто? Ну вообще, понимаете? В бизнес-планах я знаю все. Понимаете? Я разбираюсь в этом профессионально. И не верите? Возьмите их маркетинг-планы, изучите. Все легко аргументировать. Бриллиант – это когда под тобой 6 организаций по 21%. А 21% – это организация от 500 человек до 2000. Ну, в среднем по 1000. Они берут БАДы, витамины, порошки и так далее. Представляете? И за 6 тысяч человек бриллиант получает примерно от 5
до 10 тысяч долларов в месяц. От 5 до 10 тысяч долларов в месяц. Представляете? А у нас, естественно, бриллиант зарабатывает в разы больше. Если у нас у бриллианта будет 6 тысяч активных человек, это просто манна небесная. Просто манна небесная. И теперь смотрим. Вот здесь у вас покупки. То есть вот у вас организация лево, вот у вас организация право. Вы зовете лево, право, лево, право. Они зовут лево, право, лево, право. И вот так вот баллы накапливаются. Теперь смотрите, если баллов меньше 1000, допустим, 500 лево, 500 право. В другой компании, если человек не выполнил 3%, он получит 0. В нашей компании нету такого. У нас, если ты ранг не выполнил, тебе заплатят от 7 до 10%. Представьте, ну не выполнил ты ранг, и ты получишь от 7 до 10%, даже если нет ранга, от наименьшей ветки. Примерно от 500 баллов ты получишь сколько? Ну, грубо, 45 долларов. А в другой компании человек бы получил 0. Честная у нас компания? Не, вы изучите бизнес-план. Там, если нет ранга, 0. У нас нет ранга от 7 до 10%. Круто? Вы гордитесь тем, что у нас лучший бизнес-план. Дальше идем. Серебро. Серебро у нас выплачивают от 8 до 12. То есть от 8 до 12% у нас выплачивают за серебро. То есть сделал за неделю товарооборот 1000 баллов слева, 1000 баллов. 1000 баллов слева, 1000 баллов справа получи. От 8 до 12%. Золото. Сделал 2500 баллов слева, 2500 баллов справа. Получи от 11 до 15. То есть золото от 11% до 15%. Платина. Получи от 14% до 18%. Платина получает у нас от 14% до 18%. Бриллиант сделал 7500 баллов слева, 7500 баллов справа. Получает сразу два бонуса. Первый бонус это от 15% до 20%. То есть, смотрите, у бриллианта два бонуса сразу. От 15% до 20% по бинару. И плюс бриллиант получает доход не по бинару, а от всех стран мира, от китайцев, японцев, мексиканцев, от мирового товарооборота, каждую неделю два бриллианта, если он сам бриллиант активный. И это очень большие деньги. Это минимум 300 долларов. И может доходить каждую неделю 10 тысяч, 500 долларов, 1000, 5000 долларов, смотря какой товарооборот за эту неделю. Представьте, у нас бриллиант получает 2% каждую неделю, а в месяце 4,5 недели. И это очень круто, а сейчас идет предстарт. Если ты будешь бриллиантом каждую неделю ты будешь получать в 2020 году товарооборот от Японии, Китая, Европы и так далее. В 2020 году у нас сейчас планируется запуск центра в Гамбурге, в Европе. Мы подключаем Европу. В 2020 году мы подключаем Японию. В 2020 году мы подключаем Южную Америку, Индию. Мы подключаем Америку и Азию. Представьте, какие доходы будут получать бриллианты. А чтобы стать бриллиантом, достаточно за неделю 110 покупок слева и 110 покупок справа. Это семей. Но может быть, если люди делают мини-склады, если люди врачи. Представьте, у вас один человек слева, один справа. Один врач слева, один справа. У него клиника. Вы двумя врачами можете бриллианты закрывать. Представьте, у вас слева и справа косметологическая клиника. Они ставят наш Rejuvenate в косметологическую клинику. И у вас одна клиника слева, одна справа. Спа-центр, массажный салон, парикмахерская салон. Ну, и вот вы можете не 110 человек слева и 110 человек справа, а просто один салон слева, один справа.
и вы уже бриллиант. Круто? То есть вот это, конечно, невероятно. Ну и теперь давайте с вами идем дальше. Чтобы получать доход по бинару, обязательное условие, ты должен, первое, пригласить одного человека влево, а одного человека вправо, личника. Обязательное условие, каждый месяц они должны брать продукт. Второе, ты каждый месяц должен брать продукт. То есть, чтобы получать доход по бинару, чтобы баллы не сгорали, каждый месяц ты должен быть активен, и два твоих приглашенных слева и справа активными. Может и стоит 1000, но минимум 2. Один лево, один право. Нельзя 2 справа, а слева 0. Минимум один лево, один право. Это называется бинар, и ты активный. Баллы будут накапливаться, баллы будут не сгорать. На примере вот здесь вы видите, да? Видите, человек просто, я вам показываю обычный номер, делает заказ, и у него накопилось, видите, баллов, и они не сгорают. Видите, видно, да? То есть, а человек, видите, ни серебро, ни золото, ни платина, он просто делает заказ. Это вот такой просто мой номер, где я делаю мини-склад. То есть я создал несколько номеров, где делаю мини-склад, там бизнес не делаю. И на них заказываю продукт. И вот идем с вами дальше. Мы обсудили с вами бинар. Мы обсудили 2% от мирового товарооборота. И теперь давайте с вами поговорим о следующем бонусе. Это бонус, который называется 20% от дохода первой линии. Ты пригласил 10 человек. Они зарабатывают по бинару 100 тысяч долларов в месяц. Значит, ты получаешь 20%, и этот доход будет 20 тысяч долларов. То есть, к примеру, ты позвал в данном случае 10 человек, они зарабатывают 100 тысяч долларов вот здесь, 100 тысяч долларов вместе по бинару. Ты получаешь 20%, это 20 тысяч долларов за обучение. Дальше. Доход за поколение, не за уровни. Внимание, не за уровни, а за поколение. Что такое поколение? Ты позвал 5 человек, допустим, они позвали сюда, этот сюда, этот сюда, те позвали еще кого-то, да? Это линии. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Но мы платим за поколение. За поколение это в разы больше. Как только ты закрыл серебро, то в эту же неделю ты получаешь, начиная со второго уровня, по любое поколение, до любой глубины, пока не встретишь такого же человека с таким рангом. И, конечно, в сетевом бизнесе такое не платят, а в интернет-бизнесе платят, потому что нет охранников, грузчиков, товароведов, магазинов, офисов. То есть за любое поколение это вообще круто. Ни одна компания так не делает, мы так делаем. Золото. Как только ты закрыл золото, за эту неделю с третьего уровня, по любое поколение от этого уровня. Вот в третьей линии вы позвали, в третьей линии позвал 10 человек, те позвали 100, те еще 1000, да? И ты от каждого из них, кто заработал деньги за обучение, получаешь до первого золота 10% от их дохода по бинару. Платина. Начиная с четвертого уровня, по любое поколение вниз, пока не встретит такую же первую платину. И это очень большие деньги. Очень большие деньги. Нереальные деньги. Поэтому, что мы должны с вами понять? Что если вы поймете этот бизнес-план, вы будете очень большими. Потому что ни одна компания в мире не платит такие деньги. И сейчас я вам рассказал про все виды дохода. Да? И вы теперь знаете, что больше никто в мире не платит. Внимание, раньше был B-Epic, сейчас без B-Epic, то есть
был iPhone 7, сейчас 11, был Samsung 7, стал 10. То есть сейчас все продукты улучшены, модернизированные, бизнес-план модернизированный. И вы понимаете, что в данном случае год назад не было бонуса 2-2-3-3-4-4-5-5. Год назад люди не получали 20% от дохода по бинару, от увеличенного бинара. Год назад люди не получали 10% за вторую, третью, четвертую линию и плюс поколение, а только за линию. И не получали за увеличенный бинар, а сейчас за увеличенный бинар. Год назад был бинар в среднем 10%, сейчас у бриллианта 17,5%. Год назад не было 2% активного от всех стран мира, сейчас есть. То есть мы видим абсолютно уникальный бизнес-план, который модернизирован по всем что уровням, и ни одна другая компания столько денег не платит, и нет такого, ну, в данном случае, бизнеса в гармонии. И мы с вами видим, что это очень круто, да, друзья, зарабатывать такие деньги. И сейчас вы можете стать партнером самой крутой компании в мире. Сейчас я скину примерно вам, к примеру, как это выглядит наглядно, чтобы вы увидели своими глазами. Вот смотрите доход бриллианта. То есть сейчас вы увидите своими глазами что-то нереальное. Есть ли деньги в BSB Epic? У меня разные номера. У меня минимум 3 бриллиантовых номера. Это доход за неделю. И что вы здесь видите? $26,000 доход за неделю. В месяце 4,5 недели. Так? Плюс 2% здесь не учтено. Плюс бонус жизни здесь не учтен. Он в другом доходе показывается. И бонус приглашения не учтен. В этом доходе не учтено 3 дохода. И не забывайте, что это не один номер бриллиантовый. То это один номер, а у меня их 3 минимум бриллиантовых номера. Доходы везде суммируются. Хоть в одной компании столько платят. А? Вы понимаете, что наш бизнес-план самый лучший без красивых фраз? Да. И вот здесь вы видите доход по поколениям, доход по бинару. Круто? Да? То есть что мы видим? Что в нашей компании самый лучший бизнес-план, если вам скажут, что у нас нет денег, эти люди просто вас вербуют в другую компанию. У нас самый элитный бизнес-план в истории. С этим согласны? Да? И поэтому, друзья, мы должны четко осознавать, где мы сегодня находимся. Вы должны гордиться PSB Epic бизнес-планом. Вы должны гордиться также, что в PSB Epic продуктами. И вы должны гордиться, что у нас есть система продвижения, которая называется как? Кто знает, как называется? Успех вместе. То есть наша система называется успех вместе. И вы должны четко осознавать возможности нашего бизнес-плана. Вот сейчас я вам скину еще снимок. На другом номере за эту же неделю. Сейчас я его зайду на другой номер. И таких номеров несколько.
А вы скажете, классный это бизнес или не классный? Просто сказка, да? Просто люди не верят, да, что бывает такой бизнес-план. Да, и новый бизнес-план, это, конечно, что? Круто. И теперь показываю доход в эту же неделю на другом номере. И вы видите, что здесь, вот, матч-бонусы поколения $7000, а бинар всего $1000. А за первую линию $3000, видите? Круто? Ну и складывайте 26 плюс 11, это уже $36000 за одну неделю. Только на двух номерах, я могу еще другие показать. А еще бонусы жизни, а еще 2%, а умножьте на 4,5 недели. Есть деньги? Поэтому наш бизнес-план самый лучший. Кто только что смотрел это видео, я вам рекомендую начать бизнес с нашей Академией «Успех вместе», потому что мы делаем бизнес в одном телефоне. Эта система помогла мне зарегистрировать 9488 человек с разных стран мира. Это автоматизация в одном телефоне, планшете. И сейчас в прямом эфире 1450 участников. Передайте всем, что в BSB Epic самые большие деньги в истории, что в BSB Epic самые лучшие продукты. И зарабатывайте вместе с нами. Благодарю за внимание. С вами был президент Академии «Успех вместе» и человек номер один в Эпик Андрей Шаура.